Хитрюга, скряга, ханжа, Дон Базилио наущает наивного доктора Бартола о том, какой могучей силой может быть клевета в умелых руках. Он рассказывает, как, рождаясь из легкого ветерка, клевета распространяется по округе, проникает в уши аудиенции и разрывается мощным, могучим взрывом бомбы, сметая на своем пути все и в первую очередь репутацию того, против кого клевета была подготовлена. Мы спим.